На горном курсе дети читают стихи. Снежная книга. Снег, как белая страница, что написано на ней. Вышла из лесу лисица, рядом виден след саней. На снегу, оставив знаки, побежали две собаки. Вот свалился кто-то, слышь, вот земной искала мышь. Прочитаем дальше строки. Здесь скакали две сороки. Это прыгал воробей, порчик мельче и слабей. На сосне сидела белка и бросала шишки в снег. Сказки этой книги белой я читал бы целый век. Только свет небесный тает, вьюга снежный том листает. Не беда, мы завтра днем книгу заново прочтем.